пример, чтобы такой найти. Например, уже минус компрессор не открывает формат МТС. Ладно, возьмем вот эту хрень. Уберем, например, ну и по прогресс. Ты что-то, блин, тормозишь что-то. Угу. 25. Это, по-моему, это не прогрессив, пусть остается. Или прогрессив. Блин, ни хрена не помню, ладно. По-моему, нет, не прогрессив. Странно, что поставил. Ну ладно, пофиг. Ни хрена даже не видно, ладно. Пусть пока считает. Теперь этим. Да иди нахер. На этот МТС поддерживает, это уже хорошо. МТС, по-моему, это даже Full HD у меня. То есть это уже лучше, чем компрессор. Ну, возьмем тот же файл. Тоже формат выберем. Так. Пусть так стоит. Что-то 25. Сюда же. Отсюда можно сразу YouTube, ВКонтакт, изображение DVD можно сделать. То есть он может побольше, чем этот компрессор, все время название забываю. Даже 4К можешь конвертировать. У меня такого формата нет. Видео у меня только Full HD. Так.
Может, это будет долго, пока выключаю видео. Компрессор уже закончил. Конвертировался его почти 14 минут. А малая все еще конвертирует. Примерно полчаса все будет занимать от него. Это видео из компрессора. Допустим. Пуфик. Теперь видео из мобайла. Как видно, в Мавове сильно потеряли качество, цвет какой-то непонятный стал. Тут все-таки лучше. Теперь тут.